Всем привет, с вами снова Онаум, и сегодня я буду делать первый обзор на автомобиль. Называется он Alfa Romeo Montreale. Сегодня расскажу о нем характеристики. Вот так он выглядит. Начнем, пожалуй, с того, что модель, которая позиционировалась как спортивный автомобиль будущего, это Alfa Romeo Montreale. Это итальянская машина, как вы видите, у нее белые покрышки. Есть другая фотография, сейчас покажу. Вот, она более в другом цвете. Но продолжим. Производитель Alfa Romeo. Ну, как обычно, как машина называется, тот же производитель. Годы производства. 1970-1972. Класс спортивные автомобили. Да, кстати, если вы не заметили, играю в игру Driving Zone. Прикольная игра, советую скачать. Продолжим. Итак, класс спортивные автомобили. Тип кузова двухдверное купе, 4 места. Ну, я думаю, вы не тупые, знаете, что такое купе. Что такое двухдверное? Две двери. Одна с одной стороны, другая с другой. Переднемоторная, заднеприводная компоновка. Колесная формула для любителей. 4 на 2. И продолжим дальше. Двигатель у нас 2,5 литра V8 200 лошадиных сил. Трансмиссия ZR 5-ступенчатая ручная. Массово-габаритные характеристики. Длина 4 метра, ширина 1,6 м, высота 1,2 м. Короче, стандартные габариты. Колесная база 2,3 м, масса 1270 кг. Дальше. Разгон до 100 км в час. По одним сведениям у меня 7,4 секунды, по другим 7,2. Максимальная скорость 220 по одним, 224 по другим. Сегмент, для тех, кто знает, S, ну и дизайнер Марчелло Гандини. Должна была быть шутка, но ее не будет. На этом мы пока закончим. Следующее видео, скорее всего, выйдет в пятницу. Следующее. Потому что видео я буду снимать не часто. Одно в неделю. Из-за чего? Из-за того, что я учусь в школе. Итак, всем спасибо. Всем пока.